Шел немножко обойти здесь с другой стороны. Кто-то там кричит. Что за птица или зверь? Надо далеко идти. Сейчас обойду карьер. Достаточно далеко ушел. Вся брусника подсохла. Явно птица какая-то. Ладно. Обойдем тропинкой. Сейчас какие-нибудь звери на крики прибегут. Туда идти пролазить надо. Все, притихли. Но тут уже комары начинают летать. Глубже в лес зашел. Ну, там какая-то движуха. Пойти посмотреть. Далековато обходить. Ну такой надо дать пятачок, блин. Уже далеко звук. Улетели. Да, уже удалился. Пойдем обратно. Вот заставляют меня бегать.
зверьки. Туда обратно. Ну, пока, я думаю, еще рано грибам. Пойдем потом в обратную сторону, на дорогу выйдем. Как раз пройдем там мимо еловых деревьев. Немножко рано. В этом году все рано растет. Подумал, может быть, что-то и будет уже. Вот здесь я в том году телефон потерял. По звуку нашел его. Съездили, взял другой телефон, прозванивал, ходил по лесу. В итоге пятую попытку вокруг кругов 30 навернули. Нашел. Именно по звуку. Батарейка, ладно, не села. Да и людей много было, никто не подобрал. Здесь вот место очень такое грибное. Мы прям ведрами полными набирали красноголовиков. Они тут везде растут, абсолютно везде. В этом году еще рано. Рановато. Фух. Самое такое, что здесь постоянно приходится пробираться между ветками, палками. Да нет, нету. Еще даже ягоды не пошли. Значит, папоротник пошел. Да, уже ближе к дороге выходим. Люблю я эти мелкие ветки пролазить между ними. Вышел. Полуприсяд. На горку вышли. Все. Подъем.
рано еще. Ну, в принципе, хорошо прогуляться все равно. Погода позволяет. Так, ну, в принципе, здесь я прошел сейчас еловый лес, он чуть туда дальше, с левой стороны будет. Это посадка уже маслят идет, масляты растут. Сейчас туда дойду, включу камеру. Пока отключусь.